Солист хора турецкого Борис Горячев скончался в возрасте 49 лет. О смерти обладателя лирического баритона сообщили в Инстаграме представители группы. Горячев 3 недели боролся с заболеванием, ковид оказался сильнее. Эту утрату сложно осознать. Коллеги певца отметили, что Борис на протяжении всего периода пребывания в больнице сохранял оптимизм. «Он был уверен, что сможет победить болезнь, писал нам, что все будет хорошо». В хор турецкого артист пришел в 2003 году. До этого он работал в хоре «Пересвет», а также выступал с собственным квартетом, вокалисты исполняли духовную и русскую народную музыку. На странице хора турецкого в Инстаграме регулярно выходили короткие ролики с участием Горячева, который делился с публикой секретами пения. Борис Горячев не дожил 3 месяца до своего юбилея, 7 октября ему должно было исполниться 50 лет. У вокалиста осталась жена Наталья Шацкая и маленькая дочь Ева. Поклонники группы не могут смириться с тем, что певец ушел из жизни так рано. Соболезнования выразили Игорь Николаев, Денис Клявер, Лолита Милявская, Зара.